тюрьму за СМС-ку. 24-летняя нижегородка со своего мобильного телефона отправила сообщение в прямой эфир одного из местных телеканалов Чувашии в так называемый СМС-чат. В это время девушка как раз находилась в Чебоксарах. Обычно в таких программах признаются в любви, но нижегородка сделала с точностью наоборот. В сообщении она нелестно отозвалась о чувашской национальности. Эта неприятная история случилась в рождественский вечер. Лирический чат буквально подвергся СМС-атаке из ругательств и оскорблений. Правоохранительные органы квалифицировали поступок девушки как действие экстремистского характера. Уголовное дело продолжается. В случае, если вина девушки будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.